Москву покорять едем. Лучшие вещи на деле. Вот, сейчас вот до автобусов доберемся и поедем Москву покорять. Она где-то там. Вот откуда машины едут. Да, Москву едем покорять. Я буду реп-исполнителем. Настюха будет на бэках. Вот. Да, тря! Эшкере! Спасибо. Жизнь селебрити начинается вот отсюда. С остановки. Едем in the Moscow. Yo. Короче, юный рок-стар и его бейба на подтанцовке. Мы уже почти выдвинулись в город, чтобы раскачивать все эти движения. Вот, держим в курсе. Следующая станция Нара. Как не Москва? Но почти Москва. Держим в курсе вся. Ну вот мы и уезжаем из родного дома. Вот наша деревня. Вот она. Остается тут. Вот. Скажи, что ты чувствуешь? Вот сейчас моих коров доить, это я не знаю. Я буду твоих коров доить. Не этих коров. Ситуация на самом деле сейчас в автобусе при карантинных мерах и сложной эпидемиологической ситуации, ну, примерно такая вот, как будто креслу сделали татуировку. Вот, но мы поехали в Москву покорять за 36 рублей пока что. Я там потом счетчик вот здесь вот денег ставлю, сколько денег. В описании. Да. Нет. На самом деле автобус комфортный. У меня есть подлокотник. Вот. А у Насти нет. Есть. Нету. Нету. Да. Нету. Я победил. Нет. Да. Ты так не работаешь. Ух, первый этап покорения Москвы. Тут все, все на место. Все на место, все на место. Все. Мы приехали. Следующая станция Москва. Бум. Вот, это помесь корги и бродячей собаки. Это будет очень крутой хот-дог. Песик. Песик, смотри, какой песик. Мы приехали в Москву, и я увидел первое чудо, которое есть в Москве. Настя мне подсказала, она просто была уже в Москве, она ее пыталась покорить, но у нее не получилось, что это лестница, которая сама ездит вверх и вниз, на нее просто встаешь, и она просто едет. Называется экскалатор. Вот. Первое чудо есть в копилочку, там тлинь, там как-нибудь вот так вот добавлю потом. Едем дальше. Куда приехали? В скайпарк. Зачем? На смотреть, как люди. Жесть самоубийства не заканчивают. Прыгать будем? Да. Не знаю. Будем прыгать. Выйдет нормально, да? Потому что не могу сказать, что здесь что-то не ебать красиво. Ой, там уже люди. Что скажешь? Подрезюмируй. Скайпарк. Ну, пока не понятно, почему в Москве идти. Говно какое-то. Говно какое-то за 1500 рублей. Не понимаю, почему все пищат от этого, но... Не, ну пищат все, потому что прыгают. Ты прыгнешь? А ты прыгнешь?
А вот, вот этот персонаж сегодня прыгает. Только тебе надо будет билет на кассе сразу включить. Купить. Ну, купить. А, да. Смотрите, тиктокеры, нашел тиктокера. Нашел тиктокера. Класс. Красава, я тоже так могу, все. Вот это круто. Да? Да. Самое прикольное, что можно найти здесь, это... Потому что падающий люди еще написано. Вуф написано. Вас видно. Все, короче, минус один, пошли дальше. Весело, забавно, и мы потеряли одного бойца, Лёха Цикло. Лёха дал. Ну это странно, ну типа он же железный, с ним ничего не случится. Не, ну понятно, что вот так вот, конечно. Блин, Настя, очень много требований. Здорово. Не страшно. Ну да, качается немного. Ну, высоковато. Но он железный, с ним ничего не будет. Такие они все ведомые, просто капец. Скрипит, охренеть как. Отличительная особенность сочей, что все классно, все построили, все для людей, а потом начинаются вот эти вот заборы, огорожено все, блять, прям как в Сокольниках. Не понимаю я такой позиции, это дико. Покажи, как ты сделал только. Потому что вот так надо.